Жителям Тверской области начали приходить уведомления, напоминающие о необходимости заплатить имущественные налоги. В связи с этим в Управлении Федеральной налоговой службы по Тверской области рассказали о том, какие появились новые льготы и стоит ли ждать послаблений из-за ситуации с коронавирусом. Подробности у Натальи Чекет. Всего в этом году гражданам предстоит заплатить более 2,5 миллиардов рублей налогов на землю, жилье и транспорт. Почти половина начисленной суммы приходится на транспортный налог. Свыше 500 000 рублей должны перечислить владельцы квартир и домов. При этом людей предпенсионного возраста впервые освободили от уплаты налога на имущество. Эта льгота предоставляется автоматически. Льгота заключается в виде освобождения от налога полностью одного объекта недвижимости каждого вида. Например, одна квартира, один дом, один гараж. Также несколько тысяч предпенсионеров региона получат вычет на участок земли в размере 6 соток. Как рассказывают в налоговой службе, сейчас бумажное уведомление не направляется тем, у кого есть доступ в личный кабинет на сайте налоговой. Электронная квитанция будет размещена там. Всего у нас в этом году было сформировано более 700 тысяч сводных налоговых уведомлений. И порядка 23% или около 160 тысяч как раз было отправлено через личный кабинет налогоплательщика. А чтобы гражданам было легче разобраться с собственными налогами, на сайте УФНС представлена информационная страница, где каждый может узнать информацию, содержащуюся в полученном уведомлении. К примеру, налогоплательщика интересует, а правильно ли применена ставка налога, а правильно применен вычет. Необходимо обратиться к сервису, который находится в разделе «Все сервисы». Это справочная информация по ставкам и льготам по имущественным налогам. Заплатить налог можно в любом отделении банка или почты через личный кабинет на сайте или в приложении ФНС, а также с помощью QR-кода. Переводы, оплата по QR-штрих-коду. Вот, пожалуйста, продолжить и оплачиваем. Как рассказывают в налоговой службе, еще один способ оплаты налогов – единый налоговый платеж. Аналог электронного кошелька, в который можно заранее перечислить деньги, чтобы заплатить предстоящие сборы. Ведомстве напоминает, заплатить налоги нужно до 1 декабря. После этой даты владельцам жилья, земли и автомобилей будут автоматически начисляться штрафы.